Я думаю, вы не требуете объяснений, что сейчас бы произошло. Это такое своеобразное привет. Я думаю, судя по названию данного видеоролика, вы уже все поняли, что происходит в этом видеоролике. Мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам задавали в нашем Discord-сервере. Ну а если вас еще нет на нашем Discord-сервере, то чего вы ждете? Переходите по ссылочке в описании, и мы вас ждем, короче. И давайте же сейчас мы начнем с первого интереснейшего вопроса. Хотел бы ты подстричься коротко? Я думал об этом, но я не знаю, я не хочу рисковать. Ну, может быть, когда-нибудь в следующей жизни... Что несет тебя пакетик? Хотя ты уже на коротко стриглась, да? Да, да, и слишком много раз. Как ты придумал свой никнейм Фомитик? Это долгая история, если честно, потому что поначалу канал Фомитик был мой и пакета, и он происходит из Фами и пакетика. То есть изначально мой ник был Фами, я не знаю, откуда он пришел, он, наверное, ему уже 100 лет в обед. То есть Фомитик. Из окончания пакетика и Фами начала. И окончание уже с пакетика. Короче, сложно объяснить. Короче, Фами, пакетик. Вот. Но потом мы решили сделать два канала, поэтому вот такая вот ситуация. Кем вы планируете стать в будущем? Вопрос от Павадор. Я лично хочу стать ютубером. Ну, я думаю, уже понятно. А так-то, если подумать о какой-то профессии, то у меня никакой такой профессии нету. Но, может быть, когда-нибудь появится. Кем бы я хотела стать в будущем? Наверное, барменом. Барменом? Ну, слушай, ну прикольно. Ты будешь таким, знаешь, тебе приходят после трудного дня и такие рассказывают о своих проблемах, и ты такая их поддерживаешь. Психолог, да-да-да. Когда у тебя день рождения? Мне 15 лет, соответственно, я родился 27 августа 2006 года. А пакет, у тебя когда день рождения? 30 июня. А, окей, отлично. У тебя есть девушка? Нет. И никогда не было. Пакетик, а у тебя есть девушка или парень? Есть ли у меня девушка или парень? Парень. Нет. Как вы учитесь в школе и какие у вас оценки? Я учусь на пятерке, на четверке, по большей части на пятерке, скажем так. Ну, мы живем в Финляндии, если кто не знал, и тут у нас 10-бальная шкала, то есть если у вас там 5-бальная, то у нас 10-бальная, с 4 до 10. У меня средний балл 9,3. Пакетик, такой же вопрос к тебе. Как ты учишься в школе? Ну, начнем с того, что я уже окончила школу и окончила ее на... Расскажи, да, поподробнее немножечко. Какие у тебя оценочки? Не, у меня средний балл был под конец школы, наверное, 7,3. Ну, я думал, у тебя было 5, ну ладно. Чё, ты серьёзно? 5 по русской шкале. Я шучу. Какая твоя любимая игра? Я не знаю. Мне нравится Майнкрафт, мне нравится Dead by Daylight, мне нравится тут плюс-минус Fortnite. Типа, я играю в игры, но конкретно такой игры, в которую я прям обожаю все время играть, скорее всего, нет. Пожалуйста, кто-нибудь придумайте игру, которую я буду любить. Либо же я просто слишком мало игр знаю. Пакетик, такой же вопрос к тебе. Какой ужас. Ну, Dead by Daylight, Genshin Impact. Ну да, это, я знал, что ты любишь, обожаешь Genshin, ты рубишься в него каждый день. Много вопросов от позитива. Где ты живешь? Опять же, я живу в Финляндии, и пакет тоже живет в Финляндии. В Финляндии есть пакеты? Чё? В Финляндии есть пакеты, спрошу. Да, только пакеты в Финляндии это пусси. Сори, это реально так. Пусси. Финский язык это очень странная вещь. Какой твой самый любимый и нелюбимый ролик? Мой самый любимый видеоролик это, скорее всего, игра в кальмара. Если вы ее еще не смотрели, вот где-то здесь высветится вот эта бебра, которая... Нажмите на нее, посмотрите. Мы заморочились над этим видеороликом. Кроме того, сразу же идет вопрос, будет ли игра в кальмара 2.0? Нет. Вы спросите, почему? Потому что у меня просто такой необычный хост я выбрал, что на нем удалились... Абсолютно все сервера, на которых мы снимали. Благо, у нас кое-какие мира там сохранились, и сервера. Но именно игра в кальмара, к сожалению, не сохранилась. Поэтому по-новому мы карту не будем строить, только если где-то ее скачать. Но это уже неинтересно. Ну, конечно, печальная ситуация. Нелюбимый ролик. У меня такого нет. Мне все свои видеоролики нравятся, в принципе. Если бы мне не нравились свои видеоролики, я бы их просто тупо удалил. Суши или пицца? Конечно, пицца. Суши вкусно, но только с огурчиками. Остальные суши я терпеть не могу, от них я блюю, к сожалению. Пакет, а ты что, любишь суши или пиццу? Я думаю, что суши. Вот. Кошки или собаки? Вот поначалу, если бы не последние события в моей жизни, я бы выбрал кошки. Но мне кот уже, наверное, раз 20 обоссался в мою комнату. Просто везде сыт в последнее время, поэтому я не знаю. Оба хороши, меня бесят собаки, с ними надо гулять, а у нас их целых 3. Пакет, а ты кого предпочитаешь? Я думаю, ты кошек. Не, собак. Нет? Собак.
Ты просто весь Дискорд спамишь вот этими кошками. Ну, кошки миленькие, но они одновременно и слишком неожиданно могут тебе поцарапать, так что их, я их боюсь. Ну, не ладно. Всех, Мартика я не боюсь. Да, а у Мартики вы узнаете уже подробнее чуть позже. Сколько денег ты потратил на оборудование для съемок? Хотя, знаете что? Давайте я засниму когда-нибудь видеоролик по румтуру. Там же я расскажу все ценники, все расскажу подробно о своем рабочем столе, о камере, обо всем, что за мной находится, что передо мной находится. И также расскажу вам, ну, короче, подробно. А пока что это находится в секрете. Пакетик, а у тебя оборудование сколько стоило? Или ты тоже сделаешь румтур какой-нибудь период твоей жизни? Через лет 200, может, да, или в следующей жизни, да. Это такая ситуация. Хотя, если мы наберем под этим видеороликом много лайков, может быть, вы меня переубедите. Может быть, я выпущу на какое-нибудь юбилейное число подписчиков. Ну, а пока что это останется загадкой. Все, что вы видите, это задний фон. Когда коллаборация с Пакетик? А это, по-вашему, что? Как бы у нас каждый видеоролик, по-моему, с пакетиком. Или есть двойник пакета? Кто знает. Думаю, да. Рамина спрашивает, планируешь ли ты попасть в команду наркоманов Петровичей у Эдисона? В смысле, планирую. Эдисон сам выбирает своих людей, которые попадают в команду наркоманов Петровичей. Планировать я не могу, потому что это чистая случайность. Или я не знаю, как у них там устроено все. Было бы классно. А ты, пакетик? Я думаю, пакетик даже не смотрит Эдисона, поэтому бесполезно у нее спрашивать. Будут ли коллабы с другими ютуберами? Ютуберами. Было бы классно, было бы классно. Пока что единственный ютубер, с которым я снимаю, это Пакетик. Может быть, в будущем было бы классно заснять с тобой видеоролик Пози, если ты это смотришь. Какой из ютуберов твой самый любимый? Мне нравится Эдисон и Пози, в принципе. Это моих два любимчика. А у Пакетика я даже знаю ответ на этот вопрос. Винни 31. Да, идеально. Ну и все его другие аккаунты. Будет ли другой контент помимо игр? Да, прямо сейчас перед тобой контент из реальной жизни. О, мой любимый вопрос. Какой ваш любимый фильм или же мультфильм? Я думаю, те, кто сидят в моем Дискорд-сервере, уже знают ответ на этот вопрос. Это Человек-паук. Точнее, Человек-паук вообще в общем. Мне нравится вот эта именно трилогия. Поначалу я посмотрел Человек-паук через вселенные первую часть, и она мне просто нереально понравилась. Но после того, как я посмотрел «Нет пути домой», Я не знаю, какой мой любимый фильм по Человеку-пауку. В общем, будем считать, что все фильмы Человека-паука мои любимые. Обожаю Человека-паука. Если любишь Человека-паука, хочешь стать Человеком-пауком, ставь лайк. Пакетик, твоя очередь. Какой твой самый любимый фильм или же мультфильм? Хотя, я думаю, все знают, что ты обожаешь аниме, поэтому ты особо фильмы не смотришь, но все же, какой твой любимый фильм? Именно фильм? Или мультфильм? Можешь сказать и фильм, и мультфильм, в принципе. Блин, над этим надо слишком долго думать. Мне очень нравится «Очень страшное кино», точнее, все его части. Пепси или Кока-Кола? Пепси, Кока-Кола, я их вообще не различаю. Два абсолютно таких же напитка, не знаю. Я в них не вижу разницу. Мне то же самое, я их не различаю. Веришь в Бога? Я верю в Бога. Я православный, а Пакетик, а ты веришь в Бога? Нет, но я православный тоже. В чем сила? Сила в вере, сила в любви. Это сложный вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. А Пакет, как ты думаешь, в чем сила? Я не знаю, понимаю. У тебя есть домашние животные? Вопрос о том, Пома. Прикинь, у меня есть целых 4 домашних животных. Точнее, 5, если считать Пакетика. Ой, сори. Ладно, я шучу. Окей. Давайте я вам сейчас представлю своих домашних животных. Уно моменто. Ты реально их будешь сейчас показывать? О, боже. Это мой самый милый видеоролик на своем канале. Вот она. Точнее их больше. Точнее, их 4 раза больше. Ну да ладно. Это один из питомцев. Мне лень за ними сейчас гоняться. У меня есть котик, у меня есть собака, у меня есть щеночек и еще один щеночек. Короче, мне дома не скучно, скажу так. Эй, ну покажи еще Мартика, блин. Ладно, Пакетик знает Мартика, поэтому... Прошлое животное, которое я вам показывал, это Чупакабра, по сути, так она выглядит. Ну, серьезно, вы посмотрите на ее лицо, это просто Чупакабра. Мы все ее называем в семье Чупакаброй, даже мама, даже папа, даже брат, даже кот. Сейчас я вам как раз покажу котика. Мартик, котик, который мне обоссал все абсолютно. Вот он, представитель кошачьего обоссуна, который обоссал мне всю комнату. Короче, он, да, он лысый, по нему, наверное, заметно. Ему не очень нравится находиться здесь. Ну и хрен с тобой, кот. Ты в жопу. Ну что ж, Пакет, я представил парочку из своих животных. Твоя очередь. У меня есть собачка и хомяк. О.
Я могу, наверное, показать хомячка. Кстати, хомячья клетка вон там. Вот. Короче, хомяк с тобой проходит все ситуации жизни, играет с тобой в ДБД, обсирается с тобой в фазмофобии. Просто мой хомяк любит хавать меня, и поэтому мне придется, наверное, ну ладно, давай рискну. Ну точнее, если у меня нет в руке ничего похавать, то он хавает мою руку. Хомяк-людоед. Боже, он так подебенел, выглядит. Что с ним? Ай, блядь. Что у тебя там происходит? Ну да ладно, хомяк пожирает пакетика, ай, жизненная ситуация. Ай, ну хватит, ситуация. Ну правда. Все, выкидывай его нафиг, пошел он в жопу. Сколько лет мы с пакетиком знакомы? Очень давно, мне кажется. Да. То есть мы познакомились таким образом, что у меня мама пианистка. Короче, оперная певица, у пианистка там все-все вот эти дела. Привет, мама. И мама обучает там людей. И мы, короче, там с пакетиком встретились. И дальше уже мы подружились. Короче, теперь мы снимаем вместе, мы лучшие друзья. Короче, все весело. В итоге-то мы знакомы где-то 8-9 лет. Угу. Или даже больше, не уверен. Что тебе подарили на Новый год? На Новый год мне подарили куртку. Только она прям жесть длинная. Сейчас я вам покажу, какую куртку мне подарили, это прям просто что-то с чем-то. Чтобы вы понимали, она мне до колен, реально. Да блин, вы даже так не увидите. Надо на стул встать, хотя это плохая идея. Короче, я остановлюсь. Туда-фиг. Короче, вы примерно понимаете, что за куртка. Короче, жесть. Вот мне интересно спросить, что подарили пакетику на Новый год? Тебе же вебку подарили, да? Мне подарили вебку. Остальное я вроде даже не помню. Планируешь ли ты в будущем открыть свою личную студию? Интересный вопрос. У меня на канале всего 1000 подписчиков. Хотя он спрашивает в будущем. Ну, если дела пойдут в гору, то может быть, возможно. Ну, а пока что живем в своей личной комнате. В принципе, здесь кайфово. Задний фон нормальный. Вопрос от Суслика. Было ли такое, чтобы с тобой фоткались в магазине и вообще с тобой кто-то фоткался? Немножко смешной вопрос. У меня всего лишь 1000 подписчиков. Кто со мной может фоткаться? Да тем более в Финляндии, блин. Разве что мои друзья, когда со мной гуляют, может быть, сфоткаются там, ну, для Инстаграма. Память. Что? Короче, я выслежу, когда ты пойдешь в магазин и приду. Можно сфоткаться? О, нет. Пакетик. Почему именно пакетик? Так получилось, то, что у меня был аккаунт в Инсте, и я его назвала «Пластиковый пакет». Просто так. Ну, типа, самое рандомное название для аккаунта в Инстаграме. Почему бы и нет? Но прикол-то в том, я не чайный пакетик, а именно пластиковый, полиэтиленовый. Да. Люди постоянно путают пакетика с чайным пакетиком. Нет, пакетик — это полиэтиленовый. Но, в общем, на этом все. Это были все миллионы вопросов. Не знаю, сколько их тут было, но их тут была куча. Всем огромное спасибо, кто нам задавал вопросы в Дискорд-сервере. В общем, надеюсь, этот видеоролик был полезен для вас. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайкосики. Также, что надо сделать обязательно, пакетик? Не забывайте поставить колокольчик и подписаться на канал. В яблочко! Ну, а я пошел спать.